Всем доброе утро. Со мной Милена тут спереди. Кресло перенесли. Спереди поставили. Поедем сейчас на почту. Нам надо заплатить по счетам, заправить машину, заехать за Лерой. И у меня же с утра массаж. В общем, все делать нужно очень быстро. Лизавета у нас сидит на заборе, похоже, на машину хочет прыгнуть. Надо быстрее отъезжать. Пошли с Миленой в аптеку, заплатили по счетам. Сейчас Лере какой-нибудь шампунь посмотрим. Может быть, что-нибудь подешевле посоветует нам. Не заорал, это прям совсем дорогое. Зашли в Пятерку. Сейчас что-нибудь купим домой. Какие манго аппетитные лежат. Ну, жесткие вообще. Дубовые. Давай прямо. Так, нам нужен салат. Ну что-то такой салат вообще не первой свежести. О, нет. Блин, вообще плохой салат, весь дряблый. У меня такой я не хочу. Так. Ребят, мы уже дома. Привет, Леруська. Сейчас покажем, что купили. Так, сначала покажу, что купили в аптеке. Купили вот такой вот Лере шампунь. Называется Сибазол. Он подешевле идет, чем Незорал, да? Незорал. Я уже забыла, как он называется. Чем Незорал. Но в составе, состав у него практически такой же, как у Незорала. Вот. Девушка любезно мне прочитала и ту инструкцию, и этого шампуня. В общем, у них практически одинаковый состав. Поэтому... А стоит он в два раза дешевле. Вот, решили такой попробовать. Им нужно мыться два раза в неделю, мыть голову. И потом для профилактики один раз в неделю. Вот, потом можно переходить уже на другой любой шампунь. Раз в неделю им мыть голову. Но так как мы моем голову вообще раз в неделю, поэтому я думаю, что мы им будем пользоваться, если он нам подойдет. Так что, как будем мыть, я вам, конечно, расскажу, какой будет эффект. Так, еще в аптеке я взяла... Айвит. Это витамины А и Е. Это я лечу голову. Волосы. Так, здесь у нас такой длинный чек. Чек у нас на 1768. Это с Пятерочки. В общем, купили вот такие вот спагетти ладные. Мы их всегда берем. Кто нас смотрит, знает. Так, это Милена хрюшку от бабушки уже захватила. Принесла. Так, взяли вот такой вот чай. Ассант. Чай черный с шиповником. Вот, это у нас чай закончился. И, кстати, цикория я не купила. Цикория не было вообще никакого в Пятерочке. Так, здесь у нас вот такой вот томатный кетчуп Астория. Так, здесь вкусняшки для Елизаветы. Так, здесь Лёлочки... Вот такой длинный пикник. Милена свой кушает, Лера еще не ела. Вот. Такой пикничок будет есть потом, после завтрака. Так, здесь сезонные свежие яблочки. Вот такой вот мешочек.
Дальше мешочек репчатого лука. Сервелат полпалочки. Две упаковки Мираторг. Наггетсы, они сейчас идут по акции в Пятерочке за две штуки, цена как за одну. В общем, купила, сейчас буду девчонкам греть, будем завтракать. Так, здесь еще еда для Елизаветы. Здесь еще такие же макарончики, ладные, очень вкусные. Так, здесь Милена выбрала себе вот такую щеточку, пора ей уже было заменить щетку. Она выбрала вот такую вот с крокодилом. Вот крышечка отдельная, можно закрывать. Так, здесь я купила две такие подарочные упаковочки конфет. Это для моих крестниц. У меня две крестницы. Это буду потихонечку собирать им новогодние подарки. Потом покупаю коробку и в коробку все буду складывать, что куплю. Потихоньку начинаю брать. Одной и второй. Так, здесь взяла пекинский салат, свежий, хороший. Хотела другой взять салат, который мы тоже любим, но он весь был жухлый, не свежий. Купила вот такую упаковочку. Лера любит эту пекинскую капусту. Так, свежая курочка. Литр молока и чеснок. Сегодня у нас на обед будет чехарбили из курицы. Вот, вот все наши покупки. Я вам еще хотела показать книжечку. Бабушка ей подарила вот такая книга, называется «Библейские легенды». Рассматривайте, а я сейчас ищу. Она очень такая, ну, иллюстрированная, правда. Картинки черно-белые, но очень крупные. Еще купили. Понятные. Вот. Я хотела купить эти шарик, попрыгунчик, но мне попалась вот такая вот бабочка. Ну. И что там еще Милена еще в Пятерочке выбрала себе? Какой-то такой чудик непонятный. Это вот его домик. Глазки. И здесь вот такой вот мохнатенький с глазками и с носиком, да? Он очень прикольный. Ну, Милене понравилось. Ага, вот такой симпатюлька. Готовы наггетсы. Сейчас быстренько завтракаем. Лерусика у нас вообще сегодня еще ничего не завтракала, да, доча? Мы с Миленкой кашу поели. А Лера не ела у нас еще сегодня ничего. Так что сели завтракать. Здесь у нас уже соус. Всем приятного аппетита, кто завтракает вместе с нами.
Я всегда делаю чахохбили с томатами в собственном соку. Сегодня у меня томатов не оказалось, поэтому будем делать так, как есть. Забыла совсем. Еще когда была в магазине, я ведь знала, что сегодня буду готовить чахохбили. И вот про томатную пасту вспомнила, а про томаты в собственном соку даже и не вспомнила. Ну ладно, будет сегодня у нас такое чахохбили. Ребят, смотрите, что я нашла в своем морозильнике. Это вообще капец какой-то. Я забыла про него. Это, если кто смотрел, кто смотрит наши ролики ежедневно, видели, что я готовила такой типа как ленивый мант. Я уже забыла, как он называется. Мне писали многие, как он правильно называется. Вот. И у нас их получилось. Тогда мы много прям наделали. И вот один убрали в холодильник. И вот он у меня лежит. Я сейчас такая думаю, что такое у меня это, за тесто, думаю, что ли, или что это такое. Достаю Лере, говорю, Лера, помнишь, делали? Она говорит, давай съедим его. Я говорю, да нет, мы его уже есть не будем. Я сегодня его отнесу маме, если там захотят, его разогреют на печке, там собаки скормят. Как-то я уже не хочу его есть. Не помню, ну, сколько пролежал в морозилке, но все-таки это вареное тесто, ну не сырое же, вареное, он готовый. Вот, но там также мы в интернете, когда его готовили, там также было написано, что, ну, его можно замораживать и потом размораживать и есть. Ну что-то я не хочу. Настругала себе петрушки на чахохбили, но это отдельно в тарелку мне, потому что Миленка есть, петрушка не будет. Здесь у меня так все вкусненько, аппетитненько выглядит. Я уж попробовала. Соус, вот этот бульон вкусный получился, даже без помидор. Ну, у меня здесь свеженькая была, пол помидорки. Вот. Но вкусно получилось, мне понравилось. Вот, еще нарвала петрушки. Вот такой вот пучок здоровый. Наверное, больше не получится порвать, я думаю. А может быть, еще успею порвать, морозов вроде не обещают. Но у меня там уже немного осталось. Можно сказать, я эти полгрядки доела уже осенью. Вот летом не съелась, а осенью доела. Вот если морозов не будет, то, мне кажется, на раз там еще вот такой пучок я нарву. Конечно, большинство там уже желтое. Вот, но думаю, что вот такой пучочек-то еще будет, если не заморозит. В самом конце добавляю чеснок. У меня вот такой вот сушеный чесночок молотый. Я всегда его беру от фирмы Приправыч. Мне нравится. Можно, ну, конечно, и свежий. Вот, но у меня свежего нет. Добавляю такой. Такой у нас сегодня обед. Чахохбили, спагетти и очень много петрушки. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Решили мы с девчонками съездить набрать на родник в Тургаяк воды. Там Леруся сидит у нас сзади. Милена лазит, как обезьянка. Давай садись на свое место. В общем, поедем маленько прокатимся. Ну, вот там уже надо нам по делам заехать. На заправку заехать, машину заправить. Ну. Потом к бабушке решили поехать. Мама, сначала мы съездим за шаурмой. Потому что не за шаурмой, там... а за водой. Ага. И мы, если там воды не будет, то мы купим воду. Лера, тебе удобно в ручку? Мам, давай купим. Если там будет вода эта, то мы... купим еще одну бутылку. Одну для Леры. Одну давай, для... Лере, ручку поправь маленечко на эту, на подставку. Все. Все удобно? Ой. Поехали.
Мама пошла воду набирать. Вон. Мы ездим в Тургаяк и набираем воду, чтобы пить чистую. А из крана пить не очень, потому что там грязная вода. И мы набираем чистую, чтобы, ну, чтобы пить чистую. Вон мама машет. Чтобы пить чистую, потому что грязную пить не очень. Надо было еще поменьше бутылку взять. Там такой неудобный мостик, что я думаю, что полную бутылку я не смогу налить. Сильно он опущен вниз. Я позабыла, как здесь это все наливается. Видите, бутылка сильно стоит в наклон. Я думаю, что полная не наберется. Ну ладно уж, приехали. Сколько наберем, уж столько наберем. Киска, киса. Мяу-мяу, киса, у меня нет ничего. У меня ничего нету, киса, ничего нету у меня. Ничего у меня нету. Ой, какой ласковый. Ласковый такой. Ой, какой ласковый. Ласковый кот. Ух ты, какой хороший. Хорошо сидишь? Удобно? Давай поправлю маленечко. Да что ты кричишь-то? Где ты? Да у меня ничего нету, малыш. Ничего нету. Кричит, за мной ходит. У меня ничего нету, зайчик. Ничего нету. Милена мою шапку одела. Конечно, у нас же мало кошек, Милен. Он чей-то, он толстенький, он где-то у кого-то здесь живет. Мы уже приехали к маме. Мама тут собрали уже стеночку. Только остались внизу, да, мам, одна дверка. И сбоку вот здесь будет дверка. И внизу дверка. Ну, дверка будет вот такого же цвета. Получилось как комбинированная. Светлая, темная. Светлая, темная. Ну, ничего, так прикольненько. Мама. Прикольненько так стало. Тут Леруська лежит. Мороженое только что ели. Да? Шоколадное. Привет, привет. Сейчас будем кушать рыбку. У нас такая тут рыбка копченая, вяленая, скумбрия. Вкуснятину сейчас такую будем кушать. И пиво пить разливное. Купили темное, вкусное. Сейчас будете спределывать? Нет. Просто поставить? Ну, вот такая, да, светленькая. Мама. Что, доча? Тут кроме рыбы что-то есть еще? Тут кто, кроме рыбы что-нибудь есть, бабушка? Кроме рыбы нету ничего. Трудный вопрос. Бабушка сегодня, похоже, ничего не готовила с этой стенки. Весь день собирали. Ребят, мы уже дома. У меня страшно грязная голова. Если честно, мне даже стыдно, потому что, ну, я специально не мою, мне завтра на покраску, и мне, вот я как уже говорила, мне не хватает, в общем, уже недели для того, чтобы не мыть голову. Как волосы отстригла, как-то вот чаще требуют волосы. Вот, не мою не потому, что мне так нравится, а потому что завтра на покраску, а с чистыми волосами нельзя. Вот, сейчас хочу заварить себе чаек на ночь, такой вот чабрец и мята. Здесь у меня как раз последний остался вот на один заварничек. И все. Вот. Время у нас уже скоро спать будем. Готовиться, купаться и спать. Сейчас Миленка смотрит свой любимый Ералаш. Начала смотреть, начал нравиться ей Ералаш. Вот, и я тем временем попью чаек. Сегодня Милена будет спать со мной. Да? Решила. Наконец-то, говорит. Вот, разрешаю ей иногда ложиться со мной, поэтому сегодня тот день, когда мы будем спать вместе. Завтра выходной, завтра к 10 часам. Милена, завтра со мной в парикмахерскую поедешь или к бабушке пойдешь? Бабушке. Бабушке не поедешь со мной? Вот, я завтра в парикмахерскую. Ну, конечно, я там опять буду часа два, не меньше. Вот. Мне скучно там сидеть. Ну, тебе скучно будет, конечно. И Лера меня опять за волосы будет дергать. Да, она сегодня целый вечер Миленку с Миленой заигрывала. Милена к ней сидела спиной все на диване, и она все ее за косичку дергала. Заигрывала сегодня с ней весь вечер.
А мы с вами будем сегодня прощаться. Пожелав вам всем замечательного настроения, хороших выходных. Увидимся с вами завтра. И всем пока! Пока!